Чё, как на Ютубе запустилось? Пам-пам. Поехали. Вспомнить, что мне вообще делать. Как-то патронов для пистолета у меня вообще немного. Надо где-то. А я же могу скрафтить. Что я туплю? Могу это скрафтить. И все. Докрафтился. Гасных снарядов сделаем, потому что не знаю, к чему это приведет все. А для пистолета я и не сделал. Ну ладно. Мы к Моро направляемся, да? Лишь шестикрылый эмбрион. Шестикрылый эмбрион, окей. Ковер сушится. Понятно. В смысле, и чё, Марона мне просто так руки отдаст? Матерь Миранда, я готов на всё ради тебя. Это я заберу. Стой! 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 Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, нет, нет! Стой, стой! Заберешь
и все будут насмехаться. Но если я справлюсь лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Блин, Мород прикольный какой-то тип. Что смешно? Тупица! Болтаешься. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь. Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт. Блин, прикольный Мород так-то. Вот урод. Дам ее тебе. Даже не проси. Так, и чё, давай обратно. Тут целая деревня у него, да? Рыбацкая. Сейчас я кое-что напишу. Так, положи ключ от лодки в бытовку в шахте. Ганс помер, рыбалки пока не будет. А помер он не случайно. Его съела огромная рыба вместе с лодкой. Да, спасибо за спойлеры, ребят. Блин. Я же не прочитал. Только в шахте. Блин, бытовка в шахте, это мне сюда получается надо вернуться.
Блин, сколько мне этой шляпы расстрелять придется? Так, можно сломать силы, но сил у Итана нифига нету. Он как эльф у нас. И обратно вышел, да? Давай еще раз кругаля дадим. Ну, здесь мы не пройдем, да? Давай просто посмотрим. Че, ну? Шестикрылый эмбрион, да? Которого у меня нет. А я могу вернуться, колбу с руками воткнуть там? Нет? Так, это мы сейчас туда выйдем. Это нам не надо. Я тупой. Все понятно. Все понятно. Больше вопросов не имею. Раз надо было избавиться от промахнулся, вроде убил.
Все, давай, пока. Ключ от лодки есть. Это прекрасно. Ты угомонишься? Нет, ты где там? Ай. Посмотрел в упор, что называется. А чё, 2х сразу? Чё, так можно было? Офигеть. Здесь нет нигде козла. Так, здесь есть что-то еще. Такое ощущение, что что-то где-то здесь висит. Может, не висит. Барам-пам-пам. Ладно, чё, пойдём. Вроде всё. Так, здесь ничего нет, да? Денежки. Ай-ай-ай-ай, мистер лох. Какая красота все-таки, а? Сейчас я посмотрю. У меня такое ощущение, что здесь что-то может быть. Какой-нибудь козлик. Деревянный. А, ты тут что ли? Тебя как забрать лут? Или ты там мне не оставил лута никакого? Все, поехали, ключ от лодки. У нас там есть сокровища.
Вот туда мне как пробраться? Это когда я к мельнице, видимо, да? Подплыву. От третьего лица вообще кайфово выглядит. Я не знаю, как это выглядело от первого. Что за хрень? Привет, четвертый резик. Мы любим больших рыб, мутирующих. Я вообще не знаю, куда я иду. Я просто иду. Здесь где-то рыба должна быть, наверное. Да. Ну-ка. Просто рыба, да? А если так сделать? Ну, видать, не судьба. Все, больше нет? Да. Да не, серьезно, всего лишь две было. Какая жалость. Давай. От сцены. Хижина, чё? Что за лаборатория? А, это Крис Редфилд. Что за херню тут делают? Отвали от меня! Лежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис. А что? Ты убил Мию. Убей меня, и дело с концом. Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Крис, конечно, супер крутой. Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Несуйся в наши дела. Какие еще? Назад! Вот это, конечно, сильно. Нет времени. Ты поздно. Миранда уже подготовила церемонию. Ты послала тебя, чтобы отвлечь меня? Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно. С ней кто
должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Маро, ты странный чувак. Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже. Мама! Почему? Почему? Ух ты, блин. Мы вышли из бухты. Что делать-то? Ладно. Вот и все, вот и нет моста. Доигрались, ребят. Ну-ка. Ну это задел на будущее. Да что же делать? Так, клиника Маро. И только в другое я место. Сказал, что выход под водой. Так-то прикольно. Инструкция по работе со шлюзом водохранилища. Сильный ливень может причинить вред местным водным организмам. Рекомендуем сбросить излишки воды следующим образом. Запустите ветродвигатель рукояткой, чтобы подать питание в шлюзовую. Потяните рычаг в шлюзовой, чтобы открыть затвор шлюза. Так. В общем, сперва ветродвигатель, да, запускаем. Давай полутаемся, посмотрим, что тут есть. Толчок здесь есть, это важно. Мы туалеты любим деревенские. Кто это кашляет здесь? Итан кашляет или кто? Или чувак в туалете какой-то сидел? Мы его потревожили, он убежал. Рукоятка старая и ветхая, она готова треснуть в любой момент. Надеюсь, не сломается. Другая такая у нас только на втором ветряке. Понятно. О, курочки, курочки. Ой, кто? А это петухи, это не курицы. И тут у нас сокровище есть, да, какое-то? Или что это? Обломок кристалла. Может быть, с него получится целый какой-нибудь собрать? Так, сейчас 5 сек. Тарам-пам-пам-пам-пам. Здесь все. Ну не, зачем? Я не хотел этого делать, конечно. Серьезно? Так, нам туда надо, на второй, значит. Ой, нет, я не хочу, Витон, не надо, не надо. Давай, мы еще не все тут осмотрели. Вроде как. Парам-пам-пам. Ну, виды. Виды завораживающие. С этим спорить никто не станет. Сейчас сходим, я там такое ощущение, что я там что-то забыл. Что-то куда-то не сходил. Или... Не, ладно, бог с ним.
Так, это вот я как раз позаботился об этом, да, походу, там выстрелив заранее. И тут не раз еще рыба мне помешает по-любому. А, все, понял. Надо подождать. Ну это кайф. Это же кайф. Моро резервуар. Прикольная рыбёха, не знаю. Глазастая. Все, пока, мистер рыба. Мы с тобой еще перетрем. Так, Итан, давай-ка не матерись тут, пожалуйста, лишний раз. Да, бред. С резиками не все так просто, да? Револьверчик, да? Так, это, по-моему, постоянно держится, да? Нет? Нет, нифига. Я там плавал. А, все, понял. Лучше ты все запарил, блин.
Чё какой неугомонный? Давай, забайте. Забайтесь на Итана. Ну и чё ты где? Ты еще и так можешь, да? В следующий раз постараюсь. Так. Вообще без понятия, что мне делать, куда идти. Ну-ка, просто прогуляемся сюда. Отсюда мы пришли, все. То есть мы вернулись как раз, да. Нормально. Блин, надеюсь, мне не придется обратно. А, нет, обратно я никак не пройду. Вот это я понимаю. Надо выбираться. Не особо поторопил ты там. Блин, а мне ж реально обратно придется как-то. Ну ты рукоятка. Так, сейчас у нас что-то порушится здесь. У меня такое ощущение. Или что? А, надо, наверное, крутануть. Я думал, он просто забрал ее как бы на тот ветряк потом. Поехали. Красавчик это. Так. Круто. Все, теперь к шлюзам.
Я сейчас много чего могу открыть. Сюда я могу. О, здесь же... Ага, здесь наш друг. Привет. Хотите что-то купить? What are you buying? Так. Лов с домашней птицей и мясом. Награда навсегда снижает урон при блокировке. Угу. Эту штуку я могу... А это я тоже могу. Мы собрали все ингредиенты. Давай. Теперь. Красавчик. Готово. Садитесь, ешьте. Красавчик. Я бы такой съел еще разок. Так, мясо просто нужно нам, да? Блокировки. Превосходной рыбы у нас нет, извиняйте. То есть, а если... Не останавливайте. Мы собрали все ингредиенты. Теперь... Простите за ожидание. Вот ваша доля. Неплохое блюдо. Да вообще шикарное блюдо так-то. Красавчик, герцог. Все спасибо. Инвестиции. Инвестиции. Стальное животное. Так, вот обломок кристалла мы, пожалуй, не будем продавать, потому что, мало ли, вдруг я найду где-нибудь еще там, куда его ставить можно. Так, 170 у него, да? Я могу его... З... Что я могу здесь? Ничего не могу. Не обращайте внимания. Что? А, все хорошо, я закончил. Ладно, оставим. Спасибо. Спасибо за покупку, сэр. Дубляж у него, конечно, крутой очень. Мне нравится. Чего? А. Так, сейчас думаем. Я примерно понял. Что это и зачем? Как бы у нас один не работает, соответственно, нам на другие надо подать больше энергии.
Ну давай поплавай, придурок. Так, но мы. Сейчас. У меня прям вообще нет времени по 650 тысяч раз перепроходить. Ну, такие загадки и прочее, поэтому мы засейвимся. Я понимаю, что это казуально, но. Whatever. Мы сперва прошмонаем все. Первое октября. Солнечно. Матерь Миранда привела мне 5 людей из деревни. Все, как я просил. Я усыпил их какой-то жидкостью, а потом положил каду в их животики. Теперь я жду... А, каду. Каду в их животике. Теперь я жду, когда каду вырастет в их животиках. 2 октября. Пасмурно. 4 людей из деревни умерли сегодня утром. Один почти оборотень. Я отправил его в свою лабораторию на горе. Опять неудача. Матери нужны сильные оболочки, но я не могу их сделать. Нужно больше людей из деревни. Так, нормально. Мне не надо отсюда никуда выстрелить случайно. Что такое место? Вроде нет. Так, подожди, отсюда. Никуда не попадем. Куда еще раз сходим? Что-то я не втыкаю нифига. А, все. Это здесь не просто так, наверное, да? Пес. Да хороший там все куртку протло, блин.
Как жил, так и помер. Уродец. Да хорош, что-то так. Жесток. Человек просто хотел любви. Материнской любви, причем. Так, надо теперь посмотреть. Ага, вот если туда нам как-то пробраться. А нам надо туда пробраться. Угу. Надо забрать лутецкий. Это дело мы любим. Прямо по курсу. Так, я же не профукаю, да? В принципе, не должен. Вот его хата, да? Так, ключик, понятно. Теперь у нас шестикрылый эмбрион. Зря я в тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Но интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Ты на что-то намекаешь? Я могу тебе помочь. А, подружиться пытаешься. Не выделывайся. Я б тебя убил, но ты мне нужен. Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Угу. Сходи, забери колбу. Справишься? Так и быть помогу. Сперва иди назад к кладбищу. Ладно, давай. Ублюдок. Матери Миранда дала мне колбу с розой. Меня никто не любит, я думал, что мне ее не дадут. Но Гейзенберг сказал, почему каждый получил часть розы. Мы все должны прийти на церемонию, но матери, похоже, все равно. Матери сказала, что роза — оболочка. Оболочка позволит матери оживить настоящую дочь, хотя она давным-давно померла. Но если матери это сделает, что станет со мной? Я не ее настоящий сын. Она бросит меня? Нет, я этого не хочу. Нет. Офигеть. Нет. Да, история Моро. Каду. Каду — это... Оно живое? Это паразит, да? Так, смотрим. А мне как туда зайти? Блин, я хочу получить эту фигню. Что-то там какой-то... Нет? Блин, что, я профукал, получается? Все? Да. Что-то я, видать, где-то напортачил. Ладно. Не суть. Ага, вот у нас туда открылся путь. И, ну, и тут мы ничего никак не вылезу. Может, это я там наверх? А, нет, смотри-ка, работает. Но
Мы так не будем делать. Мы сейчас спустимся вниз опять. Посмотрим, куда вела та дорога. Блин, долго, долго. Давай обратно. Без результата. Это, конечно, жестко было. Безрезультатно, блин. И чё, я как туда попаду-то? Мне что, донат был? Всё. Выход прямо по курсу. Изучили, канду посмотрели. Оно живое? Живое, живое, Итан, все, давай. Глупости не совершаем, идем налево. Ну-ка, сходим, посмотрим. Может, здесь сейчас... Нет, нельзя. А, подожди. Вот отсюда. Вот отсюда. Да, да, да. Так. Должно сработать, в общем. Если я не заблужусь 650 тысяч раз. Нет же. А, все понятно. Я... А, вот, 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 вот. И у нас здесь сундук. Должен быть. Светошумовой снаряд. Прекрасно. Это ваш любимый стример стримит. Что-то, видать, я тебя не знаю. Много у тебя вообще стримеров в подписках? А, вот, вот же у нас. Все, серебряная статуя ангела. Смотри, какая красота. Это денег стоит вообще-то у герцога. Так, здесь мы рыбу выловили. Все. Жизнь удалась, мы можем обратно теперь. Но это не оно. Там тайник с оружием Моро. Я понял, где это. Я понял. Да, только я. Блин. На этом аккаунте. В общем. На Xbox Resident мне вообще нравится играть. И когда играешь на легком. Когда игра тебя не разрывает пополам, а потом ты идешь заплаканный на работу, ничего не успеваешь. Так, я думаю, как мы пойдем? Отсюда мы не пойдем, наверное. Пойдем? Нет.
Я понял, куда я приду. Ничего путного из этого не выйдет. Так. А, головоломка-лабиринт. Где эта головоломка-лабиринт? А, наверху, что ли? Короче, ладно, все. Это мы примерно знаем, как ты выглядишь. Что ты лицо прячешь? У меня стикеры есть в Телеграме с Димитреску, где ты у нее на руках качаешься. Там отчетливо видно твое лицо. Сюда нам надо. Я думаю, сейчас чуть-чуть еще пойти до деревушки обратно. И можно в Хейла. На ПК затестить, как будет стримиться. Да, здесь у нас оружие Моро. Также тут что-то жопа подгорающее, да? Птицы, что ли, летающие? Кто? Аркуша? Аркуша здесь. А, они... Неужто здесь? Это что такое? Ой, а чё у меня? Чё у меня? Подожди. В принципе, у меня патронов для пистолета достаточно. Все. У нас тут еще один. Тут оборотень, что ли, будет этот здоровый. Просто я не пойму, кто так лошадей разодрал всех. Или они скрестить хотели человека и смотри. Не скрестись, наверное, хотели кентавра сделать. Зомби-кентавра. Это же всегда круто. А заперто с другой стороны. Ну-ка здесь дробаш возьмем. Чтобы удивить того, кто меня хочет напугать. Брат, ты че? Матерь Миранда подарила мне гору. Теперь я сделаю много-много экспериментов с Каду. Это моя тайная суперлаборатория. Сегодня я провел 3 эксперимента с Каду, но все трое сделали бдыщ и все испачкали. Я вживил Каду, а потом попытался ввести волчью кровь из шприца в позвоночник. Человек сильно дергался, а потом убил моего ассистента. Я не смог его удержать и посадил в клетку. Теперь придется его кормить. Нет места для снаряжения. Давай закрыть снаряжение. Нет. Ну-ка, смотрим.
вот этот Тетрис здесь прям кайфовый. Ты же его взял. В смысле, он меня не сохранил, что ли? Да, господи. Не, ну револьвер мы пока не будем трогать. Но на него патроны нужны. Мы его оставим для Миранды. Или для кого-нибудь. А, ну вот для этого пацана. Хотя нет. Нет, давай-ка для этого пацана мы возьмем. Вот что. Перезаряжайся, что-нибудь будет, нет? А хотя, знаешь что, ну-ка. Сильно. Так, смотрим, здесь все. Так, это что такое? Это может быть интересно. Давай посмотрим. Может, животное какое-то интересное? Нет, всего лишь колодец. Светошумовой снаряд тоже неплохо. Шар с русалкой. Пойдем покатаем эту фигню тогда. Где я ее найду? Я не помню, где это было. Здесь, да? Блин, это офигенно было. Это мне понравилось. Салатовый череп. Так, все. Как говорится, здесь не на что смотреть. Расходимся.
This way. Понятно, это господин Гейзенберг мне подсказывает. Здесь у нас ничего нет. Козлики, где вы все? Вон вообще не палятся, да? Господин Гейзенберг. Так, сейчас. Я хочу вот сюда. Я могу сюда? Нет? Ну. Interesting. What the fuck is this? А, да, теперь могу. Накручивай, накручивай. Пилите, Шура, пилите, они золотые. Так. Ютуб, конечно, жарит. Ютуб пишет, а у вас сейчас битрейт 10 тысяч или 11. Рекомендуемый 4500. Не было еще дурачков таких, которые курятся о снайперке, шлепали. Странно, тут в туалете ничего нет. Ну-ка, что внизу-то? Почему вниз показывает? Ничего не понял я, но очень интересно. Подожди, а где желтый кварц? Я все подобрал, в смысле его? Нет, а где я его? Блин, вот же. Как я должен был это понять вообще? Блин, Итан, ты не прыгаешь? Нет, не можешь перепрыгнуть, блин, на крышу. Прогуляемся, посмотрим, куда это нас приведет. Кровавый рубин. А мы можем, интересно. А чё я туплю? Мы же все это можем продать. Их ни с чем не с... А, вот, подожди. Объединить можно. Ладно, пожалуй, засейвимся. Подожди, а я туда вот не могу пройти.
Мне просто очень интересно. Точно я назад не могу пройти. Нет, нет, игра говорит, не сегодня, друг. Пошли по указателям Гейзенберга. И свой папа. Ну-ка посмотрим, что тут Крис разложил опять. Подожди. Или здесь не Крис тусил? О, великий оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть. Придут, чтобы порвать нас в клочья. Дах, не, спасибо. Мне такие мантры ни к чему. Здесь мы были, здесь мы все прочитали, получается, да? Нет? Нет? А что осталось-то? Может, надо выстрелить в какую-нибудь связку чеснока? КЗ. Ну ладно. Разберемся. Смотри, какие красавцы. Буйволиное мясо. Нет места для мяса. Блин, ну это не хорошо. А, я же не этот применить не нажал, забываю все. Чип. Все, я понял. А, нет, не понял. Что делать-то? Оно ж пропасть может, наверное. Нет? Я боюсь вот этого. Если мы сделаем так, а нет, это ни к чему не приведет. Так мы можем сделать. Точно, что я туплю? Мы же все можем горизонтально сюда. Не фанат я Тетриса, что могу сказать. Ну-ка, давай, Герц к нам что-нибудь приготовит. Подожди. Гейзенберг, давай-ка без этого. Не напрягай меня. Сейчас мне надо спуститься сюда. Сюда. Колбу поставить от Моро. С Герцогом перетереть, с братом моим. Брэндон Фрейзер, привет. Та-та-та, колба с руками. Сейчас он что-нибудь про Моро расскажет, мне интересно. Тут мы еще можем вот здесь разводной мост. А, и мы пойдем, наверное... Подожди, сокровище Беневьента я же не забрал. Что мне туда надо будет поставить? З. А, извиняюсь. Он ел в это время или что? А, сгораю от нетерпения. Одну минутку. Давай, готовь, готовь.
Я хочу, чтобы им насладились и вы. Невероятно, что это удалось приготовить в такой снежной глуши. Так, мне просто два мяса теперь нужно, да? Хватает ли вашему оружию мощности? Теперь я могу устанавливать улучшенные модификации. Чудесно. О, кристаллический Моро. Крутой какой. Это от владыки 123 тысячи. Видимо, это и есть пресловутая красота гротеска. Ну да. Моро классный чувак был. Не надо на него. Нать. Так, 1900 урона, да? 48к будет. Давай сделаем. Давай сделаем. Что? А, все хорошо, я закончил. Потом сделаем обязательно вот это. Позвольте мне. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Счастливо. Так. Сгоняем быстренько, посмотрим, что там за подвесным мостом. Просто очень интересно. Сейчас. Так, очень интересно. Что ты нам предлагаешь? Сюда, туда мы не можем никуда, да? Или можем? Нет? Блин, здесь супер рыба будет. Или смертушка моя здесь будет. Это что-то место ритуала. Я, походу, не туда иду. Это что такое? Что за место? Секвенирование ДНК завершено 99-95 родства с мутамицелем из Далви. Разница в 0,05 вероятно составляет изменения, намеренно внесенные людьми, а значит, это наверняка и есть источник. Необходимо выяснить, как именно соединение нашли и извлекли образец плесени. Колония грибов разрослась под всей деревней. Если вспомнить инцидент в доме Бейкеров, зараженные мутамицелем входили в сеть коллективного разума. Если здесь случай аналогичный, то этот организм хранит в себе данные. Раз так, какие данные нужны Миранде? Блин, это что-то из седьмой части, а я-то не знаю. Короче. Ладно. Сейчас мы сохранимся, скатаемся. Или я даже не буду, наверное, сохраняться. Короче, тут начинается экшен. Сохраняться я не буду.
Если что, пройду заново это потом. Тут Quick Resume, надеюсь, сработает как следует. Так, с резидентом все сегодня. Сейчас будет Хейла. Хейла будет на компе. Через некоторое время я вернусь и продолжим.
Так, так, так. Все. Сейчас я переключаюсь на ПК. Сейчас мы тут запустим Halo. Тут мы включим Xbox. Так, что там? Кошка? Софейч. А, поздняя версия. Давай позднюю версию. Так, Halo Infinite сейчас запустится. Блин, АТ, ты где? Ты сейчас получишь леща. Угу. Так, мне очень интересно. Вот, все, вот так сделаем. Ой. Вот. Сейчас. И мы звоним Дмитрию. Здорово. Partner in crime. Так, сейчас говори что-нибудь. А, подожди, у меня этот отключен был. Говори что-нибудь еще. А я потопляюсь. Да нет, ты продолжай, продолжай. Как бы рассказывай историю, story of your life, блин. Я, короче, попробую переключить Discord на Xbox. Ага, и играть с этого, с икса, да? Ну, я-то на Xbox буду играть в любом случае. Не, ну не на S-ке, а на X-е будешь по-любому. А, или у тебя только на X-е он? На S-ке только. А. Ладненько. Да неудобно же тебе просто с компа и это, я понял тебя. Ну да, у меня просто звук через колонки идет, и я, получается... Угу. У меня, короче, какая-то... Так... Короче... Угу. Сейчас я... Расскажу историю моего... Покапа с Halo. И потом нарежу специально, я... чтобы осталось это... Я понял, как подожди. Туториал. Погодь, этот он, короче, мне просит переключиться на мой голосовой сервер, этот основной. Окей, пригласишь меня? Yes. Так. Короче, сейчас я быстренько расскажу, пока ага. ты настраиваешь. Говори, говори. В общем, что было? У меня где-то, ну, с год, наверное, я не помню, сколько я, когда я перестал играть в Стиме, у меня была ошибка. Я нажимаю сетевую игру, и вот нажимаю «Быстро игра», и вот здесь у меня надпись «Дата-центр», что-то там. В общем, невозможно найти подходящий дата-центр для всех участников команды или отряда.
В общем, какой-то трабл был. И непонятно, в чем проблема. Самое интересное, для всех людей в мире, у кого есть эта ошибка, работают разные способы решения. Я пробовал пробрасывать порты. Вот я не тот человек, который умеет что-то делать вообще с компом. Ну, такие какие-то сложные задачи. Я загуглил, как это сделать. Я это сделал. Не помогло. Я переустанавливал 650 раз игру, переустанавливал винду, сбрасывал этот роутер. Я протирал монитор. Не помогло. В общем, я звонил даже своему провайдеру и просил мне сменить, чтобы они мне сменили динамический айпишник на статику. Вот. Мне челик сказал там так уверенно. Я причем объяснил. Там... Первый раз я позвонил, там девчонка, она все так подробно выслушала, все поняла. Там, ну, я говорю, даже не знаю, чем вам помочь. Потом я звоню челику, говорю, переключите мне, пожалуйста, этот айпишник за деньги, все там на статику переведите. Он такой, да это вам не поможет, это нафиг надо. Как бы не этот, не переживайте. Это вам ни к чему. Ну, просто крепитесь, я не знаю. Вот, в итоге, я что-то забил, расстроился, забил, она у меня на Xbox игралась нормально, ну, просто вот остался этот пунктик, ну, как так, блин, это же проблема какая-то ненормальная. В итоге, я позвонил еще раз, мне за бабки все нормально, переключили на статику меня, но прикол в том, что у меня сразу же все отрубилось. Типа я запустил игру, у меня в этот момент перешло на статику, у меня отрубился интернет, хотя автоматически все должно заработать. Я звоню провайдеру, причем провайдеры офигенные, они реагируют так нормально, там адекватные люди зачастую, но как, там различия есть. Если ты звонишь просто в поддержку, там отвечают обычные колл-центр, а у них есть еще техническая служба, там более прошаренные ребята. Вот я сперва позвонил обычным ребятам, они говорят, мы ничего не знаем, у вас доходит до роутера все нормально по линии, но не знаем, в чем проблема. Мы, говорит, вызовем сейчас вам на завтра техника. Я говорю, никаких техников мне завтра не надо, я работаю. Давайте, говорю, сейчас решать. Это в час ночи, наверное, в 12, в час ночи. Я позвонил в этот, вообще в другую республику, получается, в Башкирию, вот там у них технический отдел у... У Фанета офигенный интернет, не реклама, хотя всем пофигу, наверное. И там они говорят, да, у вас неправильно, вам что-то подключили айпишник. Ну, или какой-то там косячный айпишник. Они мне его перебили, все нормально, у меня все заработало. Потом, конечно, у меня опять отрубилось, но я опять позвонил, я просто выключил, включил роутер, вроде все хорошо, все работает. Самое главное, Halo идет. Вот, в общем, если у кого-то такая проблема, не стесняйтесь подключить статический айпишник. Да, и если вдруг перестает работать и нет после этого, надо говорить, что проверьте айпишник, там, сказать, что у моего друга так было. Проверьте все тщательно, потому что это не просто сбой. Короче, все. Получение приглашил? Получение приглашил войти в голосовой чат. Так. Ты меня слышишь? Can you hear me now? Boy. Нет, я тебя не слышу. Вот что-то шуршание какое-то слышу. Пошуршись еще чуть-чуть. Так, скажи что-нибудь. Я-то говорю что-нибудь. А, ну вот, все. Так, тебя немножко глухо слышно. У тебя есть там что прибавить? Так, нет, ничего. Сейчас попробую. Ну, я тебя прибавил сам. Угу. Вот, сейчас нормально Discord на Xbox заработал, а до этого какая-то хуйня прям была. Сейчас, подожди. Поговори-ка. Говорю. Ну, в принципе, нормально слышно. Чё, сетевуху почканём, потом компашку можно, да, чуть-чуть попробовать? Да. Так, приглашаем.
Пригласить. Получил? Да, сейчас у меня игра этот, в меню хотя бы загрузится. А, все понял. Так, сейчас тебя чуть убавлю. Громко, кстати, слышно тебя в этом, в Дискорде. С тем микрофоном тебя, наоборот, тихо было слышно, ты у меня на максимуме был. Вот. Интересно. Это неплохо, нехорошо, просто оно... факт. Ну да. Неужели, блядь, оно наконец-то нормально работает? Кто? Не нужно, блядь, сидеть в двух парах наушников. А, Дискорд-то? Ну... Да. А ты в наушниках тех вот, которые с Xbox'ом были, да? Нет, я другую просто гарнитуру типа от телефона подключил. Надо было, конечно, ту включить. Ну да, потому что так слышно. Угу. Как будто микрофон далеко, да? Ну, в очке в чем-то, блин. Да нет, нормально слышно, просто у тебя сильная разница, у тебя на компе микрофон идеальный. Вот, и поэтому... А что за микрофон у тебя, кстати, на компе? Ну да, на контрасте-то. Ну, я обычно этим от гарнитуры HyperX использую. Прям тебя вообще что-то дико это... Сильно громко? Ну, у тебя прям пики красной зоны уходят. Вот было до этого. Короче, этот... HyperX? Микрофон, да, HyperX, но он через аудиокарту Sennheiser подключен. Mm-hmm. Вот. Так. Думаю, от этого тоже что-то дозависит. Подожди, не быстрая игра нам не нужна. Мы... Новый B2B Unlimited. Это что за режим? Это ивент. Там разные режимы, что мы вчера катали. Угу. А та гарнитура у тебя далеко? Или ты ее не тестил? Xbox-овая? Да. Нет, здесь рядом. Попробуй нацепи ее. Просто сейчас, ради прикола, сейчас. Мне интересно даже. Угу. Да, сейчас. Нормально? Сейчас тебя вообще идеально, походу, слышно. Ты продолжай говорить, я тебя загромчу чуть-чуть сейчас. Вот, что-то вот, да, подключил гарнитуру, в общем, да. Провод у нее такой зеленый, гладкий. Говори, не молчи, да. Какой у нее провод? Он толстый, этот провод? Нет. Захват флага. Захватывайте вражеские флаги, чтобы заработать очки. Причем я подключил его к этому контроллеру 8-бит до. Там же тоже есть выход под гарнитуру. Да. Вот, работает. А, кстати, этот еще потестил этот DualShock, вот эту реплику. Mm-hmm. Короче, он от док-станции оригинально заряжается через нижний порт. И наушники там тоже работают. PlayStation Vita TV, конечно, наушники не работают, видимо, там в принципе нет такой функции. Вот. А на четвертой плойке попробовал, там нормально все. И микрофон работает, и... Подожди, Vita TV... Ой, Vita TV, наверное, да. На Vita-то на самой было, работало. Там потому что свой микрофон есть прямо в Vita. Угу. Что делать-то? А, флаги захватом. Блин, как я не люблю захват флага. Ты не представляешь. Враг держит ваш флаг. Замечен вражеский знаменосец.
осадки какие-то. Замечен вражеский знаменосец. На пике? На. Замечен вражеский знаменосец. Впереди был чувак. Так, он меня шлепнул вот только что. Так, все, он закончился. Да. Приперся на финальную перестрелку как полное ебанько. Это же Кая. Помнишь это? Да. Когда он ему рассказывал про финал. Финальная перестрелка. Сейчас я леталку попробую найду. Союзник забрал их флаг. Я, короче, прикрою леталкой вас. Нифига я не прикрою на леталке никого. Захват флага, так себе лежим. Да он вообще меня раздражает, если честно. Уже который раз едут до нашего флага на транспорте и их подрывают. А я вот тут еще на леталке этот создаю проблем. Ну, мало кого убиваю, но просто эта фигня дико напрягает. Они, конечно, тоже меня шлепнуть могут в легкую. Это прям. Вчера на ней играли, да? Да, 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 да. Вот в этот вот, вот в этот ран, ну как там, со сменой оружия. Блин, плохо. Или нет? Мы один пропукали флаг. Ковер обоссали себе. Вообще.
наверное, надо посмотреть, будет как-нибудь босс. Блин, я давно не пересматривал, я раньше раз в год смотрел. Даже, наверное, сегодня. Может. Так. Классные вот такие фильмы, которые, по сути, не про что, просто про чувака, который вляпался в историю. Очень неприятная смерть. Я тут в инвизе бегаю. Угу, пёс. Похоже, всем похуй на флаги, да, что-то тут? Ну да, а его тяжело вообще контролировать, этот флаг. Прям очень... Такой классный мультиплеер, вот он прям... Я даже не знаю, не заебывает тебя. Вот ты проиграл, но тебя убили, ты сразу респаунился и. Да, и тебе не надо ждать, никакой херни, ничего, вот этого нету, блин. Серийный убийца. Враг держит ваш флаг. Вражеский знаменосец выдал себя. Колеса уже в пути. А, я на гранате подорвался, как. Чел там меня тибэгнуть хотел, но его пристрелили. Всегда будь уверен, что тебе никто не выстрелит в очко, когда ты пытаешься кого-то тибэгнуть. Союзник вернул наш флаг. Ой, красавчик, все, бежим, бежим, бежим. Флаг несет. Давай, давай, братанчик, я с тобой. Ой, хорошо. Все, донесли, считай. Союзник захватил флаг. Тебя даже пули поют, спартанец. Ты говоришь, заменили вот теперь вот на эту винтовку, да? Да, как я понял, да. Но она такая, она такая же сильная, как пистолет, если к ней приноровиться. Да, она хорошо точечная у нее. Так, едут к нам воровать флаг. Да, ездит, я его пытался. Ну его сейчас шлепнут. Без там, одного колеса там едет. Все. Враг вернул свой флаг. Где-то на базе у нас, да, тусят. Союзник вернул наш флаг. Осталось 5 минут. Наша команда взяла вражеский флаг. Давайте, ребят, видите, несите, несите. Я... Хочу выиграть захват флага хоть раз. Стреляешь. Все, бегу.
Давай, прыгаем. В кого он стреляет, я не понимаю. У тебя даже пули поют, спартанец. Вот он, вражеский знаменосец. Наземная техника уже в пути. Это оружие никогда. Так, он сейчас скинет, да? Блин. Ладно. Ну ладно. Бывает. Союзник захватил флаг. Не надо, надо помочь. Кто-то понимает, в чем смысл игры. Угу. Там просто есть этот техника специальная, как надо его нести. Ты как поскидываешь его, несешь, скидываешь, несешь. Ну и плюс. Если кто-то в пати еще, как мы, но у меня опыта просто нет захвата флага, я не вывезу, даже если мы будем с тобой координировать действия. Он с этой новой винтовки меня просто отшлепал по лицу. Реально знает, что делать. Я сейчас еду на квадроцикле с чуваком, который в прошлый раз увел флаг у них. И нас подбили. Осталась одна минута. Давайте сопровождаем, что ли, нет? Чувак опять спиздил, у них флаг, прикинь. Ну, я вижу, я вон поднял эту херню, бегу к вам. Бегите, бегите, братцы, давай, бежим, бежим, бежим. Я его потерял. Пинг. Че? Какой? 230, блядь. 230. И че, плохо вообще? Не, ну по ощущениям нормально, в принципе. Не сказал бы, что где-то раньше. Ну, блин, если честно, для твоего инета это вообще нормально, с учетом того, что мы играем вообще по всему миру. Меньше сотни, в принципе, и не было вообще. Вот, вот, еще. Вот. Помню, у меня вот... У меня 66, что ли, 68, но... Это КГС, он, блин, он просто должен быть такой. Наземная техника уже в пути. Просто мне еще интересно, как ребята захватили рынок
И у них репутация, считай, что безупречная. Замечен вражеский знаменосец. Вот он, вражеский знаменосец. Нашла коса на камень. Вражеский знаменосец выдал себя. Так, убить. Го. Вот он, вражеский знаменосец. Блин. Там снайпер с электровинтовкой. Так я видео чуть-чуть уменьшу. Осталась одна минута. У нас есть острога. Враг захватил. Блин, ладно. Это было круто. Че, еще одну катанем по сетке? Ну, имеется в виду мультик. А потом можно компашку, если хочешь. Или как? Не знаю, сейчас посмотрим, насколько затянется. Трофей Спарты. Будет этот, ну, не захват флага, да? Нет, там что-то другое должно быть. Это как в этом, как во всех нормальных играх, тут чередуется. Так, что по графике? Симуляция стаи птиц, что-то мне это. Ни к чему. Быстро уничтожьте цели. Вот, вот оно. Какая красота. Со случайным оружием. А, с случайным оружием. Не знаю, мне кажется, вообще офигенно тут со случайным оружием. Оно тут, в принципе, все сбалансированное. Ты можешь вообще в легкую убить там челика с гранатометом, если у тебя меч милишный. Но, блин, придется постараться. Мимо со спины надо как-то залезть. Да. Counted Curva 70. Отличный никнейм. Соверши больше всего убийств, и мы победим. Хочешь прикол? У меня первая винтовка самая. А, подожди, у меня дальнобойная она. У меня этот... я забыл, как называется. Короче, который иглами стреляет. Вот у меня тоже. Так, я его сразу возьму. Причем другое оружие у меня. У меня этот просто обычный пистолет. Ну, не... Как он у них называется? Вот у этих пиздюков, которые бегают. А, все, понял. Он охрененный, если...
Зажать, ну, удерживать. Электрическая это рельс. Она тоже топовая. Минус щегол. Здесь каждый респаун, что ли, будет оружие меняться? Да, да, да. А я думал, это как вот, вот как вчера нет, было, нет, типа нет. Когда этот не при каждом респауне. Через какое-то время менялось. Я в танке. Я тоже, блядь, ничего не понимаю, что происходит. Нет, я реально в танке. Вот ты себя выдал, кстати. А, блин. Лол. Кек. Прикинь, я короче, летающую херню сбил сейчас. Да, я видел, она вот... Я видел, она упала рядом. Блин, разменялись хорошо так. Офигеть. У меня часто такое бывает, когда этот в рукопашную бьешь с приклада. А я, ну, знаешь, как разменялся? Размен. У меня просто этот с базуки прилетел, когда я в танке был. Наземная техника уже в пути. Тебя даже пули поют, спартанец. Жестко, 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 как это красиво. Кайф. О, иди к папочке. Конечно. Блин, он меня выкинул прям в этот кайф, красавчик. Пропасть. Паунс в окно сделал. Так, дробовик и меч. Плазменный дробовик вообще классный. Который несколько стреляет этих штук. Блин, мне так тяжело с ним вообще справляться. Так, сзади заходит. Наземная техника запрошена. Слава бы, я еще все это. Здесь не хватает компаса, как память.
непонятно, куда ориентироваться. Под гранату прям подсел. Не под гранату, а этот энергетический бак. Да, прикольно было бы. Ой, я сейчас с инопланетным пистолетом пойду. Бить морду буду, наверное, если мне дадут. Щегол. А вот так-то побеждают. Кайф. Это было весело. Прикол в том, что сегодня вот перед работой Адель заходил, считай, вместе с ним поехали туда. Он засел пару каток сыграть в Хейла. И он нормально, как бы он схватил, ну, понял, что вообще надо делать там за минуту, и все. Нормально человек играет. Я сгорел на работе. Победа! Все найс. Победа за вами. Офигеть, я что-то умею, что ли? Так, что будем делать? Давай, выбирай. Дальше? Или компанию? Или вообще хорош? М? Да давай хорош, наверное. Все. Время уже 2 часа. Так, что у нас по стриму? Да, 2 часа это нормально. А, требуется премиальный абонемент. Спасибо. Игра не дала мне бесплатного. Ничего. А бесплатно. История с наградами. Ну, батл пасс здесь такой. Очень жадный батл пасс. Ну вот у меня на 18 уровне какая-то прикольная штука будет потом. 20-м, на 19-м. Так. Хотя мне интересно, дальше что я там буду получать. А, вот, нет. Шляпа, говнище какое-то. На 34-м классное. В принципе, за весь сезон можно. Мне нравится Хейла. Я думаю, можно. Ну вот она мне, по крайней мере, жопу не поджигает вообще. От слова совсем. Не люблю это выражение. На чили, да? Катать. Сейчас я это просто... очень хорошо играется. Смотрю. А, смотри. Какой-то набор. Слушай, набор PGY. Это... 100 уровень. Тоже до каждого сезона уровни обнуляются. Угу. Ну тут сколько дней осталось до этого? До конца. 94 дня. Так. Сейчас я попробую компания. Да, компания скачалась на ПК, так что я с Xbox, пожалуй, удалю. Скачаю тут резик 4. Все. Стримчанский я заканчиваю. Посмотрел, спасибо. И пока.